Рух – це життя. Чи полюбляють миколаївці спорт та яким видам надають перевагу? Ролики катаюсь чуть-чуть. Вибора много, то, що кожному подобається, неважно. Ну, це спорт є. Хтось плаває, хтось бігає. Це все одно і те ж, ну, це приносить пользу, я не знаю. Ну, поэтому любой спорт – це круто. Очень люблю спорт. Дети мои любят спорт. Так, а чем занимаетесь? Сейчас, к сожалению, ничем. Очень большой график, насыщенный. Ребенок ходит в бассейн, только записались, ходит на хип-хоп, ходил на дзюдо. Маленький будет тоже ходить на все эти секции. Я занимался классической борьбой. Не смотрите, что я такой охотненький, но было у меня там... Ну, это давно-давно, и мне уже все-таки 54 года. Йогой занимаюсь, ну так, периодически, время от времени. А як же? Бачите, яка струнка? Да, в формі. А яким спортом, можливо, займались? Біг – це моє любиме. Так. Ну і фізкарядка. Фізкарядка, так? Добре. Оце від Дзержинського на стадіон, по кругу, три круга по стадіоні, і знов на Дзержинського. Ні, це було років 10 назад, але форма збереглася. Занимался и теннисом, разным видом спорта, и настольный, и такой большой, и дзюдо занимались в свое время. Ну, в основном баскетбол. Занимаетесь баскетболом? Нет, занималась в школе, но сейчас уже, к сожалению, не занимаюсь. А легкой атлетикой? Сейчас пауэрлифтингом, а раньше больше занимался спортом, скажем так. А еще чем бы хотели заниматься спортом? Я бы хотел пойти на баскетбол, но как бы это с детства надо ходить. Бегал, легкоатлетика. Да, я закончил детскую спортивную школу по волейболу. Теннисом большим. А вы чем занимаетесь? Я не занимаюсь спортом вообще. А когда-то вообще занимались, да, а сейчас уже просто так. А каким спортом занимались? Ну, туризмом в основном. В детстве-то многим, а так вот довольно долго занимались туризмом. Да. Очень. Обожаем, да, конечно, мы спортом. Мы очень любим. Занимались? Ну, мы занимаемся танцами, йогой, там хореография, конечно, да, классика. Больше хореография, но йога тоже и шейпинг, ну, вот такое все, что связано со спортом. Я уже, конечно, такой, уже немножко отлыниваю, но вообще все равно душой со спортом 100%. Да, раньше чаще, сейчас там раз-два раза в неделю, но все равно. Все равно, да, всех агитирую, детей, мы с детьми работаем, дети у нас все очень любят спорт, знают, что неотъемлемая часть жизни. Конечно, да. Спасибо. Мы за здоровый образ жизни.